святое. И будем надеяться, Господь видит все. Он... Мужчины, размобилизация. Быстренько, не раз... Дорогие мои, вот настала минута. На данный момент сейчас ведутся уже боевые действия военных преступников, товарища Турчина. Запущена, вернее, применяется военная авиация, вертолеты, танки, которые сейчас уже порядка 30 подтянуты в районе Славянска. Есть уже погибшие. По количеству сейчас уточняется. Мы еще готовимся, на самом деле. Сейчас еще не все, это сможете пока, ну, не тратить зря в этот момент. На время сейчас готовится и сплочаться. Непосредственно здесь мы собираемся обратно в большом количестве на площади. В нашей стране, потому что мы русские, вы, падлы, даже забыли.